на канале Давид Рыбак 123. Сегодня мы поиграем в Мир Дэнди, очень популярную игру, в которую очень много блогеров играли. И я сегодня не один, со мной сегодня Мирон. Всем привет. Да, мы уже выбрали свою роль, роль мальчика. Так. Ну, конечно, за девочку, может, не будем играть. Да. Как тут начать? А, вот, я вспомнил. В эту игру... Я захотел эту игру играть, потому что в нее играли популярные блогеры, которые мне нравились. Так, Мирон, тут есть такая кнопочка «Speed», такая стрелочка, и ты можешь быстро бегать. Ну, стрелочка такая. Справа. Стрелка. Все, заходи в лифт, заходи в лифт. В лифт заходи. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, короче, нам нужно чинить генераторы. Когда мы починим генераторы, мы идем на следующий этаж. Тут очень много этажей. Можно идти до бесконечности. Ну, я вижу. Думаю, погружение идет. Все, загрузка идет. Ой, а почему мы в обычных... У меня залагало, и мы в обычных скинах. Ожидание игроков. Загрузка. Так. Все, выбрать. Выбрать. А как... А, раунд начнется в 3, 2, 1, все, 0. Загрузка. Все. Это страшно? Ну, короче, просто не попадайте на монстров. Тут есть монстры. Так не будет не страшно. Тут все радужное. Так, не попадайте на... Давай держаться вместе. Ищи генераторы. Я уже вижу один генератор. У тебя только три сердечка. Понимаешь? Три сердечка. Короче, блогеры, видно, были бесстрашны, да? Ну, тут не так страшно. Вон там ходит креветка. Да, блин, я нет. Опять. Ну, вот там это монстр. Господи, где креветка? Креветка, если что, она опасна. Да, блин, почему? К нам идет кто-то. А! Да, Мирон, у тебя всего три сердечки. Почему ты не убегаешь? Да господи, ё-моё! Я ненавижу хорроры! Не будь девочкой! Мирон, ты что, девочкой хочешь быть? Меня убили. Ну, я конечно, потому что ты опять стоял на месте, да? Прикинь? Ты стоял на месте, скажи мне. Все, я за тобой буду наблюдать. Я не стояла на месте, я бежала, но слишком быстро. Так потому что надо было включить этот быстрый бег. Тут нельзя ресетиться, придется искать монстра. Мирон у нас в таких хоррор-мастер все время ищет, чтобы постоять на месте. Чтоб его специально съели, да? Где там уж там монстр? Вон, креветка, съешь меня. Ну, съешь. Давай, ешь. Ешь. Во, молодец, давай. Все. Вернуться в лобби, Мирон. В следующий раз убегай, а не стой на месте. Если получится. Да ты включай быстрый бег, я тебе говорю, быстрый бег включать надо. Ты слышишь меня? Быстрый бег. Да. Быстрый бег, бонус, стрелочка, тем более у тебя стамина не бесконечная. Все, пошли.
Видишь справа стрелочку, нажимаешь, и ты быстро бежишь. Чтобы скрыться от монстра, надо забежать быстро за какой-то предмет. И в следующий раз не стой, пожалуйста, на месте. Побежали. Побежали, Мирон. Мирон, слышишь? Мирон, не игнор, а? Любит он, игнор. Так ты дашь, включи быстрый бег. Быстрый бег включи. Мирон! Я включил. У тебя не включен быстрый бег. Вот видишь, я как бегаю. Короче, он не умеет играть. Ходи за мной, Мирон, и делай, как я. Ты понял? А? Я буду говорить, если монстр идет. Попытка номер два. Тем более, Мирон, убегай, у тебя есть быстрый бег, ты это хоть помнишь? Да. Ну, вот сейчас нажми на стрелочку вправо, справа. Добыть? Вот, только не срать, у тебя в нижнем левом углу стамина есть, выносливость. И передвигаться надо тихонько. Так, вот сюда, иди ко мне, а то опять куда-нибудь уйдешь. Тихонько. А почему? Так, остановись, подожди, они рядом могут быть. Кто? Вот, короче, если, например, там бежит креветка, ты прячешься за коробку. Ну, я, короче, буду тут стоять и говорить, если кто-то идет или как? Ну да. Окей, я стою здесь и говорю тебе, если кто-то поблизости. А, я понял, как делать все надо. Ну. Отличная работа. О, сколько. А. Ну что, идет кто-нибудь? Я вижу того. Сейчас это креветка или нет? Пока никто. Ну, поближе никто не приближает. Все, я закончил одну машину. Ищи другую машину и делай ее. Ну, там поближе, там кто-то был. Идем. Тут прыгать. А прыгать нельзя? Ну, конечно, нельзя, Мирон. О, там вот кто-то. Стой. Бежим, бежим, Мирон. Да быстрый бег включи. Да бежи, не настой на месте. Бежи, а не стой на месте. За коробку спрячься. За коробку. Ты понимаешь, надо бежать, а не стоять на месте. Но он любит постоять на месте, чтобы его поймали. Да потом... у меня залагало. Угу. Смотри, не высуйся, а то опять будешь стоять на месте и ждать, пока тебя съедят. Ладно, буду тебе говорить, если кто-то поближе. Так, тихонько. Да я вижу. За коробку прячешься. А? Да ведь я не знал, что он побежит. Мирон, наверное, не надо было стоять на месте и ждать, пока он тебя съест. А как он? Почему он пошел? Да потому что он услышал, как я машину делаю. Нет, почему он пошел за коробки? Да потому что я пошел за коробку.
и увидел, как я туда иду. Ты не понимаешь, что надо не стоять на месте и ждать, пока он тебя сожрет? А я могу к себе взять, зайти в лобби через лобби? Так, тихонько. Короче, Мирон, как обычно, будет стоять на месте по его привычке. Потому что у него во всех играх типа лагает. Да, Мирон? Так реально лагало, не хотел двигаться сейчас. Так надо было двигаться. Ты смог двигаться, ведь. Ты хоть видишь, как я делаю машину? Да, я буду говорить. Сзади никого? Я намерен сегодня пройти много этажей. Хотя бы до второго дойти. Так, вот ты следишь за мной, ты знаешь, где монстры, так что следи. Понял? Ой, не увидел. Это вообще. Только не надо мне. Так. Вот видишь, когда он за тобой бежит, надо за что-то спрятаться. Ё-моё. Они стоят на месте ждать, пока тебя сожрут. Видишь, что-то не такое, ну, типа, знаешь, пугающее, да. Почему, когда тебя во всех играх едят, ты почему-то становишься на месте и ждешь, пока тебя съедят. Все время так. Честно вам говорю. Так. Да. С какой стороны он побежит? Так, подобрали. Так. Алло. Алло. Теперь ты понял, что не надо стоять на месте? Угу. А, так он умный. Вита, я могу сейчас заново зайти к тебе? Нет, конечно, что ты думаешь? Блин, я уже вышел. Тут в лобби можно типа что-то делать? Ну да. Попробуй потренироваться, иди еще в другую игру. Иди в игру сам, попробуй потренироваться. Надо пройти хотя бы один этаж. Мне нужно починить. Ё-моё, ты чё? Господи.
Мне нужно починить еще один генератор. Только где он находится? Ну вот где этот генератор? Я с каким-то челиком зашел. Ну вот потренируйся, и когда будут монстры, убегай быстро. Ой. Как же WhatsApp лагает. Повторяется мне просто. Вы встретили два вида. Вы подорвали три предмета. Все, я умер, Мирон. Мирон, ты слышишь? Я умер. Да, ты умер. Давай, может, другую игру? А зачем, если мы видео еще не закончили? Ну да. Зачем ты предлагаешь давай, другую? Можно два ролика. Ну, давай. А ты где? Сколько мы там уже снимаем? 16 минут. 20? 16. А, 16, ну, тогда 1000 компьютеров. А где вот можно купить новых персонажей? Блин. О. А типа как его получить? Шары. Мирон, ну давай пошли играть. Мне выйти, да, из раунда? Все, продолжаем. Ой. Кстати, если мы пройдем много этажей и не будем покупать у этого челика, который здесь будет, то он придет к нам в виде монстра. Если что? Если не будем у него покупать предметы. У кого? Который торгует? Да. В лобби? Да не в лобби, а когда в лифт зашел. Сейчас покажу его. Загрузка. Вот у этого персонажа, за которого ты играешь, у него очень хорошая скрытность. Он может легко скрыться. А ты? 2, 1, все, открываются двери. Короче, вот тут стой и жди нас, пока мы закончим. Окей. Ну, Мирон, ты в лифте стоишь? Он сейчас закроется. Вот тут стой. Мирон, он сейчас... А, понятно. Мирон! Тебя сожрали, да? Нет, я жив. Как? Вот это я, если... Давид. Пойдемой! Беги, Мирон, shift включи. Прекрасно. Опять Давид, стоял на месте. Давид, я сейчас из этой игры выйду тогда. Ну, конечно, ты ведь не можешь. Ну да, я не просто могу. Бегать не можешь, представляешь? Ну ладно, тогда я выйду из ролика тогда. О, я креветка хочешь сожрать. А, нет. А, тебя уже сожрали вообще. Короче. Давай в другую игру, только которая много интернета не принесет. Ладно, ребята. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите Мирону в комментариях, чтобы он научился нормально играть. Всем удачи, всем пока.